Звук только подключается, оказывается. Так, сейчас давайте теперь, короче, продолжим. Так, продолжим. Так, вот где сын. Это звук не это, да, не настраивается, да, у тебя почему-то. И здесь, oh, really, what did you see? Вот так вот. Вот, вот эти вот надо так сделать. Можете? Так. I went shopping yesterday. Uh-huh. Really, what did you buy? Uh-huh. We went to the new Italian restaurant last night. Mm. What? Так, мы ходили. А здесь вот подсказка есть, вот глагол. Вчераш. Ночью. А, как? А, что вы ели? Uh-huh. What? Uh-huh. What had? Нет, тут как там. А, вот. What did you have? What did you have? Окей. Uh-huh. Okay. What did you have, что ли, просто? Конечно. Так. Так. We saw a lot of our friends in the coffee bar. Мы видели много друзей в кофе-баре. Oh, who did you see? Mm-hmm. Who did you see? Алло. Слышу, слышу. Да-да. А, кто-то звонит, что ли? А? Кто-то звонит, что ли, вам? Мне? Да, я вас слышу. Who did you see? Mm-hmm. Так, I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play, что ли? Да что mm-hmm. такое? Конечно. Where did you play? Так, the party on Sunday was great. Oh, good. What time did you leave? Mm-hmm. Так, теперь давайте проверим. Tape script 10.7. Making conversation. 1. I went shopping yesterday. Really? What did you buy? 2. We went to that new Italian restaurant last night. What did you have? 3. We saw a lot of our friends in the coffee bar. Oh, who did you see? 4. I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play? 5. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? Вот это все слова знают. Они когда говорят, вот она говорит бар. Она не говорит бар, она говорит ба. Ну да. А вот это лив, что такое? Не ох. Как написано, о, а просто о. О, в основном, о. Угу. Окей. Так. А лиф. Вот это, да, что это такое, лиф? Сколько времени вы там находились, что ли? Нет, лиф это уйти. То есть во сколько вы ушли? Угу. Теперь вот эту прочитайте, пожалуйста. Please read. Кого? What exercise 7? Work with a partner. Работу с партнером. Read the example conversation. Прочитайте example conversation. Пример это example. Пример конвертации какой-то.
Нет, conversation — это беседа. Беседа. Shopping yesterday. Really? Where did you go? Oxford Street. Вообще не по теме. Oh, what did you buy? Well, I wanted a new coat and I went into Selfridges. Плохо слышно, ага. Тихо, пойдем дальше. One? Yes, I did. I found a beautiful black one. It was only 50 pounds. Хорошо. Ой. А? Так, теперь давайте вот послушаем то, что нам предлагают. Tape script 10.8. Making conversation. One. I went shopping yesterday. Really? Where did you go? Oxford Street. Oh, what did you buy? Well, I wanted a new coat and I went into Selfridges. Did you find one? Yes, I did. I found a beautiful black one. It was only 50 pounds. Two. Tom and I went to that new Italian restaurant. Вот здесь вот, короче, нам предлагают ее этот разэтовать. Ну, то есть возобновить, вот как вот здесь вот. Например, я пошел в магазин, что ты купил? А, куда ты пошел? Оксфорд Стрит, что купил? Я купил то-то, то-то. Ты нашел? Последний. Да, я нашел за 50 фунтов. И нам предлагают эту продолжить с вами. Например, вы говорите вот это первое, да? А я у вас говорю, what did you have? А давайте лучше... Я еще до ресторана не дошли. Там не было ресторана? Нет, там не было, но этот... Вот, смотрите. Не такой? Нет. А давайте вот так вот. Давайте вот такое же, но только сами придумаем. Вот я вам спрошу вот так вот. Did you have a lunch today? No. Был завтрак. А? Breakfast. Ага, окей. Okay. What did you have? One sandwich. Sorry? Плохо слышно из-за этого. Как здесь звук поднять? Ну, то... А, вот это. Это хотя бы. Вот так слышно? Ну, слышно, но тихо же. Или скажи что-нибудь еще. Микрофон сейчас. Вот сейчас лучше стало. Ага. Лучше стало? Да, вот сейчас лучше. Ага. What did you have? I did have one sandwich, uh-huh. One egg. Egg. Egg, яйцо, да? A sandwich, an egg. One cup of tea. One cheese. Good. One apple. Very good. И так. And этот был. Как же вы в тот раз говорили каши? Мы в тот раз же говорили про каши. Каши. А, порридж. Порридж? Да, вот он. И порридж. Ой, я его русскими буквами написала. Окей. Ага. So they bring it to you, yeah? Они же вам приносят, да, это? Все. Do they bring your breakfast? Yes, they bring to me, что ли? Yes, they bring to me. Okay, thank you. Так, теперь вы у меня что-нибудь спросите, давайте тоже. Такой маленький диалог сделаем, ладно? Так.
How much как-то sugar you with tea? I don't put sugar. No, sometimes, but normally I put some honey. You know what is honey? Мед. Да. And but you know, they say, ну то есть говорят, they say that rice, potato, and other carbons, или как их, carbon, так, углеводы, я сейчас немножко забыла, сейчас. Carpet. Вот эти вот carbon, сейчас углеводы наберу, что-то, блин, забыла, как они называются. Помню, что карбон начинается. The mainly sugar. А, вот, carbohydrates. That's all the fast carbohydrates, the sugar. Говорят же, что все вот эти углеводы быстрые, что они же, оказывается, и есть сахар. Это в организме в сахар превращаются. Carbohydrates, it means like potato, rice, там bread, вот это вот, sweets, cake, everything, except proteins. Вот только протеины, это другое, они в сахар не превращаются, оказывается, вот, это белок, protein. Yeah. What about you, how many sugar do you put? How many spoons? One spoon. Как это будет пакет? Но если 50 так. Fifty grams. Okay, good. Brown sugar or white sugar? White. Mm. Do you do any sport when you are on site? Site же у вас называется вот это вахт. Ну как когда вы на вахте. So do you do any sports? No, I didn't. Mm-hmm. Sports, gym, the. You don't do. Huh? You don't do gym. Yes, gym the closed. Mm-hmm. On the time. На время. Карантин. During. Значит, during карантин. А what about swimming pool? During, вот я в чат пишу, это означает во время. Значит, during карантин, gym is closed. Я сейчас я карантин проверю. Точно он как карантин используется, да? Окей. Good. Карантин, да, все правильно. Карантин. Close it on the during time? Нет. Вот так говорит. Gym is closed during quarantine. During quarantine. Что такое during? На время? During это значит во время, да? Quarantine произносится. Окей, thank you. Да, давайте дослушаем. Они как продолжают эту свою беседу. Смотрите. А куда вы смотрите? Where are you looking? They take me... Принести... Как? They take me lunch. Принесли, что ли? Take, да, будет. Как правильно? Они принесли вам? Ага, стучатся. А вы открыли дверь уже? Нет, сейчас. Откройте, возьмите свой ланч. Take your lunch. Very nice. So when will you eat it? Теперь когда его кушать будете? When will you eat it?
Okay. Рустем, Will. When will you eat? Когда будете кушать? А когда? Yes. А, не сейчас, позже. А, окей. А то мне неудобно. А? Сказать потому что, потому что. Because? А, because. Together because, да? Ну, because. Сейчас я вам напишу because. Because, а вы только что же недавно ж поели завтрак, да? Because, вот, потому что, вот. Да, да. Вот так говорите. Вы хотите сказать, что вы поели, да? Нет, нет, нет. Есть, есть. Because I had my breakfast. Во сколько вы поели? Эд? Нет, нет. I had my lunch because I had my lunch for time o'clock. Because my dinner Что, еще стучаться? Сейчас. Спросите. Рустем, so what did they want? Там некоторые еще завтрак даже не забрали, воду не забрали, мы же не там умерли. А, там вода еще была, что ли? Не, воду я забрал, я все забрал. А, окей. Просто некоторые утром не забрали, говорю, они и завтрак не забрали, им уже обед принесли, там уже вот так, вот такая, такая. Окей. Так, because I have my dinner поздно. Где я писала? Я вам написала вам. Because I had my breakfast. Вам можно сказать столько-то часов назад или же в такое-то время? Нет. Как? Early это будет рано, да? Early. Early это будет рано, а поздно будет? Late. А, late. Вот я вам написала late. Окей. Так, давайте теперь дослушивать, вот здесь что было. Дальше, вот они же тоже продолжают свою беседу, вот про вот это. Last night... What did you have? Well, I had pasta, and Tom had pizza. Did you enjoy it? Very much. Ну, вы поняли, что такое enjoy? Нет. Вообще не поняли, что ли? Нет, она брала пасту. Enjoy – это же наслаждаться же. А давайте я вам лучше его покажу. Потому что это... Так, сейчас. Так. А где он у меня? Фу, а куда он исчез? Надо подождать, потому что компьютер вечно... Вот, а, серьезно? Он что, не сразу, что ли, этот открывает, да? Ну да, у вас тоже старый. Нет, нет, это у меня, видать, вот эта флешка с урном позвонкал-то из-за этого. Это надо заново его открыть. Сейчас я открою, подождите. Сейчас. Это, видать, флешка передвинулась же из-за этого. А? Чего он не хочет открываться? Ничего себе. Ошибка при чтении потока. А, вот сейчас все. Все нормально. Так, 132. Сейчас я вам сделаю этот экран, презентацию. Окей. Так, вот оно. Так. Сейчас, это у нас 10.7, да? Сейчас. А, вот, все, нашла.
Так, 10.7. Вот он, все. Так, вот смотрите теперь, вот ихний диалог. Вот. Блин, это тоже надо, оказывается, заново открыть сейчас. Оказывается, когда вот эту заденешь, потом надо заново. Так, вот он. Tape script 10.7. Making conversation. 1. I went shopping yesterday. Really? What did you buy? 2. We went to that new Italian restaurant last night. А, нет, надо восьмую. Tape script 10.8. Нет. Making conversation. Вот она, вот. 1. I went shopping yesterday. Really? Where did you go? Oxford Street. Oh, what did you buy? Well, I wanted a new coat and I went into Selfridges. Did you find one? Yes, I did. I found a beautiful black one. It was only £50. Теперь смотрите, что такое coat? Пальто. А, это все без проблем, хорошо. Теперь давайте второй. Что такое Selfridge? Нет, нет, Selfridge. А, это название этого. Это название, этот как бренд, бренд, скорее всего. Selfridges. Так, теперь давайте следующий, вот. 2. Tom and I went to that new Italian restaurant last night. What did you have? Well, I had pasta and Tom had pizza. Did you enjoy it? Very much. And it wasn't expensive. 3. Enjoy. We saw a lot of our friends in the coffee bar. Oh, who did you see? Angie and Rick and some other friends from work. I don't think I know them. They're very nice. 4. I played tennis at the weekend. Oh, really? Where did you play? In the park. It was lovely. It was so sunny. What a great thing to do on a Sunday morning. 5. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? 3 in the morning. The music was fantastic. Did you dance? Of course. All night. Так, теперь вот тут в пятом не было же вопросов, да? Здесь же все понятно. Leave – это еще раз, что это leave? Уйти. Ага, все, хорошо, запомнили. Так, теперь вот это вот. Вот со второго по четвертый. Здесь какие слова непонятные были? Enjoy. Enjoy – это значит, ну, имеется в виду, ну, типа как наслаждаться там. Ну, здесь в смысле, что получить удовольствие. Вы получили удовольствие? Wasn't expensive. Неплохо, что ли? Нет, экспенсив. Не знаете, что такое? Пишите. Экспенсив. Экспенсив значит дорогой. Он не был дорогим. Экспенсив дорогой. Дешевый. Мы же это учили. Да, рич богатый. Какая-то тема же была дорогой. Еще дешевый был. Чип, помню. Чип дешевый. Чип, да, чип точно. Мы же это смотрели. Про... Вот в чате написала а дешевый. Теперь дальше. Вот тут были вопросы еще? Да, вроде нет. Вроде не было. Если не было, то тогда давайте возвращаемся. Сейчас будем повторять вот эти. Ой, куда я залезла? Так, сейчас. А, правильно. Угу. Теперь смотрите, вот тут все доделали. Вот они все вот эти вот вопросы. How, who, where, what. Теперь вот смотрите вот это.
Опять шестой. Нет, восьмой вот. Смотрите, надо вот это вот сюда поставить. Какую поставите вот сюда? Подождите, где? Вот составьте восьмое упражнение. Составьте времени, expression, используйте. Expressions – это выражение. Слова, угу. Времени, слова времени, используя слова в букве. Бокс – это вот это. С ним надо одно из этих слов вот сюда. Например, я был там, и вот одно из этих. Давайте говорить. I went there at last night. I went there at 7 o'clock. I went there 1 week, наверное. Или last week, может быть. Это используется. Запишите. At week используется. At week. Кстати, подождите, нет. Last week. На прошлой неделе. I want the, yeah. Да, а с этим night'ом будет at night, ночью. Пишите at night. Это надо выучить. А? Это надо выучить или запомнить. Короче, at night, last week. Last потом? Week, понятно. I went there in 2007. In, правильно. 2007 лучше. Так, I went there last year, что ли? Да, конечно, last year. Потом? I went there. Утром. Вот. Наверное, ой, тоже last year. Вот это запишите. Будет on Sunday morning. Это такие эти, которые надо просто выучить, это правило. Так, теперь вот из этих двух вариантов только одно правильно. Вы мне говорите в первом, какое правильно, первое или второе? Куда смотреть? Вот exercise 9. Так, сейчас. The boat in expensive car. The bike in expensive car. Поставь себе корректное предложение. She bought. She bought. Boat, наверное, bike. Нет такого слова. Правильно, молодец. Первое, в первом, в первое, в втором. Так, I play tennis on Sunday. I play tennis. Played. Правильно. Did. Did they go shopping? Did they go shopping? Did they go shopping? Went to go shopping. Они ходили? Went. Первый. Нет. Смотрите, если мы заглянем в эту таблицу неправильных глаголов, там будет вот так вот. Go. А, shopping. Нет, это все правильно. Только смотрите, вот эта вторая таблица, это уже did. Ходил. Или, да. А вам надо, если did стоит, он уже в себе. Go будет. В начальную форму ставите. Вот это будет. Did they go? Ага. What did you do last weekend? Сейчас я пока наушник принесу, вы все три подумайте, потому что мне реально что-то плохо слышно. Я тоже, наверное, наушник.
Hello. Ага, говорите. What did you do? Первое, четвертое. Правильно, правильно. I like it. Но тут, мне кажется, второе в пятом. Блин, что-то он не работает с этим, оказывается. Скажите что-нибудь. Алло, алло. Алло, алло. А он не слышно. Алло. В наушнике ничего не слышно, оказывается. Он не рассчитан, он для сотового. Окей. Так. Получается, здесь в пятом какой? Мне кажется, в нижнем. Правильно, а в шестом? Потому что когда там подтверждаешь, можно сказать, да. Да-да, это сокращенная форма, правильно. А вот в шестом? Нет, первый, лысый. В первом? Правильно. В шестом первое. Так, теперь из этих видов спорта какой спорт этот сейчас? Экстремальный. Поменьше сделаю. Нет, нет, вот этот, не то, что экстремальный, а который вы не знаете. А я не вижу, что там внизу еще. Ну, вот они, сейчас видно? А, слева? Да. На английском. Скиллинг. Сейлинг. Сейлинг. Вот этот, знаете, сейлинг? Карс, вокинг, свиминг, свиминг, циклинг. Фишинг. Фишинг это рыбалка. Хаус ридинг. Хаус ридинг. Хорс райдинг. Пишите хорс райдинг. Что-то лошадь, кататься на лошади. Да. Езда. Езда на коне. Нет, сейлинг. Сейлинг это море плавание. Ну, то есть, да, море плавание. А остальные все знаете? Нет. А? Нет. А какой еще не знаете? Вот этот. Так. Сайклинг. Скиинг. Скиинг. Скиинг это лыжи, на лыжах кататься. Свимминг. Свимминг, вот это ж плавание. Плавание. Сиклинг. Сайклинг, сайклинг. Это кататься на велосипеде. Сайклинг. Так. Все. Хорошо. Остальное все знаете, да? А что такое айс скейтинг? Все. А давайте теперь вы будете называть вот первое, это какой спорт у нас? Это футбол. А вот это? Теннис, регби. Так, что-то скайвинг. Скиинг. Айс скейтинг.
Гольф, потом сейлинг. Нет, это будет вот сейлинг, восьмой, а седьмой? Я иду по... Я не знаю, я не вижу уже. А там же было же вот это, смотрите, windsurfing. А, ну, значит, серфинг. Вот. Потом, да. Потом будет вот этот сейлинг. Потом... Рыбку ловить как? Сейчас я рыбу забыл. Ну, еще. Нашли? Фишинг. Ага, хорошо. Теперь вот дальше. Фишинг – это купаться, плавание, swimming, Swimming. карты, А тут и было прям такое, да, cards? карт. А, вот оно, есть же cards. Вот оно, cards. Потом Так, это horse. riding, Последний райдинг, riding. прогулка. Сверху смотрите, вот. Волки. Хорошо. Денсинг и этот, как вообще называется? Циклинг. Сайклинг. Cycling. Теперь вы мне скажите вот здесь вот. What is your favorite sport? What is your favorite sport? Ну, пусть будет футбол и фишинг. Fishing, да? My favorite sport is Футбол и walking, фишинг. swimming, horse riding. Окей. Так, теперь смотрите, наша сейчас задача вот так вот сделать. Вот видите, нам надо вот тут вот сказать со словом play впереди, какие из них будут использоваться, а какие из них будут использоваться словом go. Вот, допустим, я играю в теннис, а здесь я как бы на Иду, лыжах иду кататься. Ну, то еду. есть занимаюсь лыжами, да, как бы. Или иду кататься на лыжах. Вот давайте каждую из них поделим. Вот футбол с каким словом будет? Футбол. Плей. Play, да? Плей. Play футбол. Вот это уже Теннис. написано, да? Плей. Goes. Здесь. Регби. Плей. А? Гольф с каким словом будет? Гольф. Тоже плей. А нет, go. Нет? Нет, play будет Go. play. Sailing. Go. Windsurfing. Тоже go. Регби. Rugby play. Play. Да, айс скейтинг. Будет гол. Легко, да, здесь? Карт. Плей. Сайклинг. Гол. Здесь везде go будет, да? Где инговое окончание будет go? Так. А давайте теперь я по вот этому образцу спрошу у вас. Например, do you play cards? Yes, I do, наверное. When did you last play? Следующая игра? Нет, ну, Последняя. да, до Most этого, play когда играли, ага. two weeks ago. Ага. Теперь вы меня что-нибудь спросите по вот этому образцу. How, what time you dancing
In the online training. What time you dating in the online training? А как понять дейтинг, дейтинг? Дейтинг – это же свидание? Дейтинг. То есть во сколько я танцевала на онлайн-тренинге? Вон надо потихоньку, значит, менять, может, танцевать надо. Дансинг? Ну, вон как девушка нарисована. Мне надо танцевать, думаете? Да. Почему? Why? А будет интереснее занятия проходить. А, занятие будет интересно проходить, чем вот так танцевать. Вот так, как девушка на 14. А, вот так вот танцевать, да? Ну, вы танцуете и говорите, сегодня будет такое-то занятие там. Буду объяснять, вот так стоять, танцевать. Нет, это просто часть будет, вступление, и все, а потом садится, и человек. Ну, вообще-то веселая идея, да, действительно. Окей. Oh, it's good, yeah. Давайте я вас тоже спрошу. Do you go horse riding? No, I didn't, because this sport expensive. Expensive? Ага. Yes, I understand. Ну, можно же найти всегда. Always you can find. Так, теперь сезоны. Вы знаете, как будет весна? What is your favorite season? Как там? Favorite spring и autumn. Autumn, да? Why? Why is your favorite season spring and autumn? This season в этих сезонах, да? On the season, my allergy. Allergy. My allergy. Так, спокойно, да? Ну тогда лучше сказать, I don't have allergy in spring and autumn, да? У меня нету, да, аллергии. Теперь вот хороший вам вопрос. When do you usually go on holiday? When do you usually go on holiday? When? Где обычно вы проводите каникулы? Нигде, а когда? Когда вы проводите обычно каникулы, что? In the winter. In the winter. In the winter. In winter. In winter, I go with my friends to the mountains and skiing. 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 Drink man. Drink. Drink man. Пьете, что ли? Yes, this friend very much. Нет, what do you drink? Beer, wine, или водка? А? Виски. Виски. Кола. Yes, this they skiing. Skiing, да? Да. А where do they ski? Where do they ski? In Almaty? Where? Ah, yes.
in the Talgar city. Talgar, yeah? Рядом, как будет рядом? Next to Talgar. Next to Talgar. Okay. My friends. Как много. You very much. Okay. Any more, что ли, drink? О чем вы хотите сказать? Много выпиваю. Много? Ага. Drink a lot, a lot. Drink much. A lot of, или drink a lot. Так, смотрите, теперь, сейчас я вам этот еще одно сделаю, подождите, наверное, я вас немножко этот, по-другому сейчас кое-что сделаю, чтобы вас чуть-чуть это, немножко отвлечь. Так. Так. Про Крисмас чуть-чуть. Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. А что такое wish, кстати, смотрите. Christmas. Вы же знаете, что такое Крисмас? Угу. Что это? Ну, у них Рождество. О, хорошо. Wish you a Merry Christmas. We wish you a... А что такое wish? Wish. Пишите слово wish. Wish означает желаю. Желать. Они говорят, мы желаем вам. А что такое Merry? Счастливого Рождества. Да. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we... Вот смотрите, tiding, tiding. Плакать. А? Tiding. Плачет кто-то. Нет. We bring. Нет, ну, нет. Что-то сверкать, что ли? Сверкать. Плачет и сверкаешь. Нет, нет, это не плакать. Хорошие. Тайдинг, пишите, известия, новости. Угу. Известия, новости. Что такое bring? Сверкать. А? Сверкать, что ли? Нет, это приносить, приносить что-то. Bring – это что-то приносить или нести. Это новости. Угу. Хорошие новости мы приносим. Bring. Это песенка такая, да? Новогодняя. Рождественская. Приносим. А, кстати, а это что значит? Это kid слово. Смотрите, вон наверху слева kid. Вот. Что значит кит? Так, когда дети в Британии. Да, дети, правильно. To you and your king. To you, здесь неправильно. To you and your king. Вы же знаете, кто такой king? Король. Да. Хорошие новости мы приносим вам и вашему королю. А что такое joking? Здесь вот они неправильно это. Вообще joking, что это такое? Пишите joking. А, говорить, наверное. Нет, joking означает шутить. Ну, это раз оно здесь есть, давайте тоже его запишем. Joking – это означает шутить. Шутить. Угу. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Здесь неправильно «сан». Здесь было «and», «and».
А сан это что значит вообще? Сюда вообще оно не подходит. Сын. Ну, не говорите. Счастливого It's Christmas and there's lots to do. Lots to do, он говорит. Много чего можно сделать. Decorate the Christmas tree. Ну, decorate, это понятно, да? Декорировать, украшать. Три, вы же знаете, что такое три? Дерево. Make the snowflakes. А что такое snowflake? Снежинки. Snowflakes. Да, если, да. Делай снежинки. Open the Christmas cards. Make, делай. Wrap the Christmas present. Так, пишите rap, rap. Хлопушки, что ли? Нет, раб это значит вот так вот что-то вот так запаковывать. Упаковывать. Да. Заворачивать. Презент, вы знаете, да, презент? Представляет. А? Представляет, представляет. Нет, у него еще одно значение есть. Пишите present. Present означает подарок. Ага. Present это подарок. Make the mince pies. Ну, вы поняли, что такое mince? Делать my mince. Мучные пироги. Mince означает этот фарш вообще. Из фарш. Но кто-то говорит, допустим, из моих учениц, что он якобы на фарш не похож. Ну вот сейчас, когда они его будут внутрь класть, они говорят, что это не похоже на фарш якобы. Ну давайте посмотрим. А вообще вот этот пай, знаете, что такое пай? Ну это пирожки, пирог. Да, пирог, пирог, ага, пирог. Ну они еще вот. That's finished. The Christmas tree? Yes. Не вижу, там вообще ничего. Snowflakes? Yes. The cards? Ага. Yes. The presents? Yes. The mince pies? Yes. All done. All done. То есть все сделали. All done. It's Christmas Eve. Ив, вы же знаете, что такое Ив? Его, Еве. Это от слова evening, evening, не же вечер, только сокращенно. То есть, ну вечер Рождества. Night before Christmas. Jenny and Luke are going to bed. They are putting out their stockings. А что такое put? Put out. А? Отрезать? Нет, put отрезать. Это означает это положить, а put out это вытащить. Вытащить. Из носков. Да, stocking это вот эти вот носки, которые рождественские носки. Ну вот этот. It's Christmas morning. Luke's
opening his stocking. Oh, look, it's a bit early. Happy Christmas, Mum. What have you got? Look. Oh, wow. Oh, lovely. What's Luke got? A game? A stapler? Степлер даже ему. Стейплер. A pencil case? Вы же знаете, что такое pencil case, да? Ну, это как бы пенал. Sweets. Look at Jenny. What has she got in her stocking? An address book? Bracelets? Браслеты, да? Bracelets. A torch? А, кстати, что-то торч, поняли, да, что такое торч? Нет. Напишите, потому что это, может, вам нужно будет. Торч означает фонарик. Ой. Ага. Sweets and an orange. It's time to open the Christmas presents. Oh, here's one for you, Tim. Cheers. Thank you, Jamie. А что такое heavy, heavy? Они сказали слово heavy, но его что-то тут нету. Вот оно, смотрите, heavy. Вот в чате написала. Heavy one, heavy one. Что-то нет. Что-то иметь не надо. Нет, heavy означает тяжелый, запишите. Он говорит, тяжелый, допустим, там тебе, вот так вот они общаются. А, да. Он, короче, говорит, что-то это ничего не выскочило здесь, короче. Маустрап, короче, маустрап. А вы знаете, что такое маустрап? Это мышеловка. Угу, хорошо. Мышеловка. Правильно. Если вы этот, многие играют, да, в этот, It's lunchtime. Они не хорошо знают английский, потому что там же много английских слов. Об этом была обычная аттракция в игре FIFA. Там была песня Маустрап. Маустрап. Запомнили, да? Уже много знают. Мы же знаем, что такое hungry? Голодный. Long, long run away, run away, run away, run away. What's for lunch? Turkey? Carrots? Вы знаете, что такое turkey? Это как Турция пишется. Турки. Турция, ну, турецкий. Нет. Морковь. Нет, у него второе значение есть. Пишите. Тюрки означает... Тюрки – это индейка. А carrots и peas. Что такое? Carrots – это морковь. А peas? Peas – что такое? Peas – это горох? Это вот. Горох. Пишите, pea – это горох.
Lager. Okay. Peas. Potatoes. Картошка. Плотненькие. Только не crackers, а первое C. Cracker. Let's pull the crackers. Какие-то краки. Вот я написала cracker. Сейчас я думаю, что за crackers. Пойдемте гулять какой-то краки. Crackers. Это... это вот эти вот штучки, смотрите. Хлопушки такие, хлопушки. Crack. Now it's time for the crackers. What's in the crackers? Paper hats. А что такое paper hat? Бумажное письмо. Нет, хат это означает шляпа. Пишите, хат это, ну, головной убор. Шляпа какая-то. Хэт-финишн. And small presents. Маленькие подарки, да? For Christmas pudding. We all want some figgy pudding, so bring some out here. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a merry Christmas. Короче, king, везде короля, да, говорят? To you and your king, this. And a happy new year. Какой-то пирог. Пудинг это, так и есть в русском языке, пудинг. Ten p, то есть 10 копеек ей попались. Good luck, good luck. Вы же знаете, что такое good luck, да? Желаю удачи. Да, это удача будет, как бы. Это видео какое-то постановочное. Luke and Jenny are playing with their presents. Подарками играют. Mousetrap! Now it's your turn. What are these? Ой, кстати, что это значит? Your turn, your turn. Я тебя или затрону. Your turn, это означает твоя очередь. А. Пишите, turn это очередь или черед. Can you remember? А что такое remember? Запомнить. Хорошо. A Christmas tree. Дерево. A Christmas stocking. Новогодний носок. Christmas presents.
подарки. Christmas pudding. Crackers. Crackers. Well done. Merry Christmas. Молодец. Понравилось? Видео какое? Звук не очень был или как? Ну, пойдет. Просто у них какой-то стол странный. Стол странный? Ну, так не сидят. А-а-а. Они хоть и западные, но любые. Так, давайте смотрите. Теперь вот тут написано, что они разговаривают про свои отпуски. И вот тут обычно они вот так делают, а в прошлом году они сделали вот так вот. Что, послушаем? Послушаем, давайте. Ага. Давайте. Баба, сколько? 4, да? 10.9. Да. Jack and Millie's holiday. Well, we usually go on holiday in summer. Yes, usually we go to Italy for our holidays, don't we? But last year we did something different. We had a holiday in winter, and we went to Colorado in America. Because we wanted to learn to ski, you see, and we wanted a change. In Italy, we always stay in a villa. But in Aspen, Colorado, we stayed in a very nice hotel. And because we were in a hotel, we had all our meals in restaurants. And that's very special for us. In Italy, we cook at home in the villa. But in Colorado, we went to a different restaurant every night. In Italy, because it's summer and it's hot, we go swimming in the swimming pool and sit in the sun. I do. But of course, last year in Colorado, we learned to ski. So we went skiing every day. And Millie, you went ice skating, didn't you? We both went ice skating. That's right. It was great fun. In Italy, in the evening, we usually play cards or read. But last year in Colorado, we went out every night and we met lots of lovely people, didn't we? We did. We had a really good time. And we have a good time in Italy too, don't we? We're very lucky. Так, смогли услышать вот тут вот? Здесь, в принципе, все это... Что-то да, что-то нет, непонятно. Ну, здесь, смотрите, много чего подчеркнуто, да? Давайте я вам так текст покажу, что мы уже еще раз, но с текстом разобрались, что. А что толку, если не понимаем произношение? Ну, поймете. Слушать, что ли? Будете смотреть и слушать. До этого далеко. Вот, смотрите, вот он. Сейчас я вам увеличу. Вот, смотрите, вот. Сейчас будем еще раз слушать. Я вот здесь остановлю в конце, и мы разберем, короче. Вдруг что-то непонятно. Tape script 10.9. Jack and Millie's holiday. Well, we usually go on holiday in summer. Yes, usually we go to Italy for our holidays, don't we? But last year we did something different. We had a holiday in winter, and we went to Colorado in America. Because we wanted to learn to ski, you see, and we wanted a change. In Italy, we always stay in a villa. But in Aspen, Colorado, we stayed in a very nice hotel. And because we were in a hotel, we had all our meals in restaurants. And that's very special for us. In Italy, we cook at home in the villa. But in Colorado, we went to a different restaurant every night. In Italy, because it's summer and it's hot, we go swimming in the swimming pool and sit in the sun. And I play tennis sometimes. Jack loves his tennis, don't you, darling? I do. But of course, last year in Colorado, we learned to ski. So we went skiing every day. And Millie, you went ice skating, didn't you? Так, теперь давайте разберем. Здесь были какие-то слова, которые вы не знаете? В
Вот это слово, знаете, different? Разный. Угу. Что-то другое, да? А что такое change, change? Выбирать. А? Выбирать. Нет, почему? Да. Choose, выбирать же. Пишите change. А что такое? Change — это значит изменить или да. же измен... да, ну, да, что-то да. другое, короче, какое-то перемена, перемена. Поменять. Да. Угу. А это meal, что такое meal, meal? Вот оно. Вот в этой строчке, вот где я держу вот эту meal. Мясо. Нет, это meat. M-E-A-T – это мясо, а meal – это, пишите, это еда или блюдо. Блюдо. Мама, я просто так вам говорю, это потому что у меня дети в основном, они в Орстен хоти-хоти пишут, и приходится им вот так вот прям. Ну, вы такой писали. Блюдо. Мясо. Мы где-то писали. Угу, хорошо. Ну все остальное. А, вот это вот darling. Где? А вон внизу. Darling. Darling. Don't be darling. Jack loves his tennis. Don't you, darling? Не говорить, что ли, что-то? Нет, пишите darling. Darling означает дорогая или дорогой. Угу. А разве не дорогой будет не expensive? Нет, здесь как сюкту деген. А. Дорогой отношения будет. Да. Дарлинг, это вот так вот. Так, теперь давайте дальше. Сейчас я вниз спущусь, чтобы... А, все уже вот тут. Ага, теперь давайте дальше слушать. We both went ice skating. That's right. It was great fun. In Italy, in the evening, we usually play cards or read. But last year in Colorado, we went out every night. And we met lots of lovely people, didn't we? We did. We had a really good time. And we have a good time in Italy too, don't we? Mm, we're very lucky. Окей, здесь есть какие-то непонятные слова? Так, ну, по-моему, тут легко, да, все. Вот это fun, что такое fun? Отлично, ну. Весело. Прекрасно, или что-то такое. Да. А что значит, если в конце вот такой оборот стоит? Didn't we? Такое... Не вы, что-то. Что-то не... Короче, любое сзади вот такой хвост, если стоит в отрицательной форме, вопрос, это переводится как «не так ли?». Пишите «didn't we?», там разные виды могут быть. «Aren't we?», «don't we?», всякие виды. Переводится как «не так ли?». Угу. Угу, хорошо. Так, теперь обратно вернемся. Тут у нас кое-какие вопросы тут есть. Так, вот это мы все прошли. А, вот они, смотрите, вот, вот здесь вот пропущено, если настоящее время, да? Вот, смотрите, видите, первый вариант, читайте. When do they, вот это вот. Usually go on holiday. Куда вы обычно ездите на... Нет, где этот, когда в отпуск выходите, in summer. Ну, когда. А, да, а теперь в прошедшем времени вместо do did, when did they go last year? То есть, понятно, да? Угу. Когда вы ездили в прошлом году, да?
А давайте мы про друг друга будем вот так вот. Where do you usually go on holiday? Where? Where? Да, вот этот второй вопрос я задаю. Смотрите, вот он. Where? Where do you usually go on holiday? Где это вы? Ну, в основном, обычно, вот куда вы? Ну, куда? А? I go. Талдыкорган? Озеро или как это? Лейк, куда? Лейк. Лейк? Да, in Талдыкорган? Лейк in Талдыкорган City and I did fishing. Fishing. Теперь следующий. When did you go last year? А вот в прошлом году куда вы ходили? Where did you go last year? I working in Almaty. Didn't work in Aktagay. Aktagay? You were at work, yeah? На работе? Ага. Окей. Рустем, did you have a holiday? Ну вот имеется в виду, вы отдыхали, помните, вот с тех пор, как вы с этого ушли же, вот я помню, from Pavlodar region, from Екибастуз или Аксу. After, mm-hmm. did you have any holiday? Ну как, отпуск, был у вас отдых? Mm-hmm. Нет, мне уже 34 года, я в официальном отпуске ни разу в жизни. Really? Really, really. Единственное, что у меня был, как бы я отдыхал между тем, как увольняюсь. А? Там неделю, может быть. Why? But why do you work so hard? Почему вы так усиленно? Why do you work so hard? А где сейчас вам отпуск дадут? Здрасте, привет. Ага. Люди по 60 тысяч тенге зарабатывают, им отпуск не дают. Нет, а я же спрашиваю, why? Я говорю, почему? Почему вы так усиленно работаете? Вот смотрите, я да вот так я у вас... Да я не усиленно не работаю, если отпуск не дает работодатель. Куда ты а, не дает, да? Да, тебя все оплачивают, но тебя не отпускают. Где вы видели в Казахстане, чтобы отпускали на отпуск? Это вот только ИТР, МИТР, директора ходят. Остальные не ходят в отпуск? Почему? Все пашут без отпуска, что ли? Здрасте, привет. Вы что, сколько проснулись, что ли? Мне 34 года, я ни разу в жизни не был. Какой? Это со скандала можно уйти директору весь мозг вынести? Тогда, ну, можно. Your director is local, is Kazakh or expat? Local это значит местный. Директор. Нет, local, да. Local это местный. Technical director здесь. А, she is expat, да? Expat. Он expat. Окей. А, например, я бы так не смогла бы жить, мне кажется, без отпуска. Вы вот странно, на завод пойдите в Алмате, никуда далеко не надо. Простые водители. Вот не пускают. Водители, дежурных электриков, слесарей. Кто нужен постоянно на производстве, они десятилетиями находятся. No, but they can die. Ой, юные, они же потом могут это, они же потом могут это, вот это вот, смотрите, дай. Ничего с ним не будет. Не по будет. 10-20 лет шпарят. Ему получается, он отпуск получает отпускные. И она у него как 13-я зарплата. Дальше шпарит. Не, но все равно, мне кажется, надо... For example, I twice a year I go to Pavlodar, stay with my mom and grandmom, and also in the summer I lived 2 months, 2 месяца, July, August, I lived in the mountains. Я жила в горах, например. Где, в Павлодаре? Нет, in Катон-Карагай, in Altai Mountains. А, в Сибирь, Сайберия.
Да, Сибирь, это East Казахстан, East Казахстан. Ну, Павлодар, Астана, это и так это Сибирь. 50 минус 40. Да, because I think that it's necessary. Мне кажется, что это нужно, вот необходимо. Because our life is short. У нас жизнь таки так короткая. Она не заключается просто work. Вот necessary, это необходимо. Necessary. Окей. Так, теперь давайте дальше. Так, exercise 5. Здесь надо в одном, короче, утвердить, ну, отрицать, а во втором надо сказать, что это... Послушаем. Давайте, у вас же скоро занятие сейчас. Tape script 10.10. У меня в 6.30. Last year, Jack and Millie didn't go on holiday in summer. They went in winter. А тут что может быть? Смотрите, даже если просто подумать, что может быть? Какой глагол может быть? Я поняла. Смотрите, здесь надо. Они не поехали в Италию, а они поехали в Колорадо. Как будет? Чуть не сказала Колорадо. They didn't go to Italy. Правильно. They went to Colorado. They didn't так жить. Live in a hotel. They live в прошедшем. They didn't live in a real Russian. They did we? Нет. А, здесь будет, смотрите. Так, давайте слушать. Вот здесь будет didn't go, а здесь went. Ну, это да, дальше. Two. Вот. They didn't go to Italy. They went to Colorado. Теперь здесь будет stay, со словом stay. Сейчас я вам напишу в чат stay. Вы пока напишите, я сейчас разгоняю. Ага, сгоняйте. Thank you.
Окей. Так, здесь будет с глаголом stay. Ну, уже поняли, наверное, да? Как здесь будет? Прошедшее время. Stay. Да, с окончанием ed, да, будет? They stayed in a hotel. А здесь будет they didn't stay in villa. Почему так? Three. А, в истории. They stayed in a hotel. They didn't stay in a villa. Угу. Так в истории было. They... Здесь надо кушать. They... Вот eat. Вот этот глагол, смотрите, вот eat. А вот же они сами глаголы наверху, вот eat. They didn't eat at home. They had in restaurant. Да, правильно. Прошедшее время будет at. Вот я вам написала. Угу. Так, давайте проверим. Four. They didn't eat at home. They ate in restaurants. Five. They went skiing. They didn't go swimming. Поняли, да? Угу. Так. Угу. Смотрите, вот эти три вопроса поняли? What do you like doing? What don't you like? Так, kinder. Kinder. Что такое kinder? Kinder. Какое? Дети. Где, где? Кто у вас из детей отдыхал? Нет, где здесь дети? Kind – это вид. Какой ваш любимый вид отпуска? И вот видите, вот они виды, смотрите, вот beach. Вы же знаете, что такое beach? Пляж. Пляж, потом sightseeing. Что это такое sightseeing? Что-то видеть, не знаю. Sightseeing – это просмотр достопримечательности. Пишите, sightseeing – это достопримечательность. Что, перевели он ту песенку или нет? А? Какую? Ну, которую вот этот, которую я позавчера давала. А, нет, что-то. Неохота? Не помню, я забыл про них. А, ладно. Короче, смотрите, sightseeing – это просмотр достопримечательности. Walking, вы знаете, это что такое? Вот walking. Гулять. Да. Потом есть вот camping. Camping – это вот в таких палаточках жить. Угу. Вот у меня как раз кемпинг был в этом. Ах. Два месяца. Where you show? Ну, where did you show? Там есть баня, короче, старая, там, где мыться. Как правильно сказать? Where did you show? Нет. Where did you have a shower? Where did you have a shower? There is a steam room называется. Вообще на английском баня, это вот так вот пишется. There is a steam, это же как пар. Steam room, вот. Баня, да? Угу. А у них же сауна вообще. Баня. А сона, такой? Сона еще называется. Она произносится как сона, сона. Сона. Угу. А пишется как сауна, вот как мы пишем, так, а произносится как сона. Этот. Рустем, have you ever visited other countries for holiday? Have you ever gone or visited other countries? Вы ездили в другие страны или никогда? Только. Never? Нет.
Нет? Also Russia, что ли? Только Россия, что ли? Russia, да? Russia. Also Russia. Only Russia? Only Russia. Only Russia. Ну, это же совсем не это. Да. I plan to visit. Я вот хочу посетить many countries. I want to visit Egypt, even India. Я даже в Индию хочу, а? Сейчас подешевели билеты на Дубай. Да, подешевели. Cheaper, yeah? В Турции, но там не сезон. Turkey. И еще Дубай. Пока не выросли. Где вот эти трансвеститы? Тайвань, да. Yeah, I want to visit these countries, Thailand, because it's good for a change. Для разнообразия это хорошо. Посетить. Наши пацаны ездили, наши пацаны ездили с женами в Таиланд. Ага. И пожалели, там... что? Нет, нормально. И там один не знал, что там. Он не знал, как они выглядят. Он подумал, они как у нас, такие мужики ходят просто. А они как девочки, да? А они так как девушки, а он этого не знал. И они ходят, его обнимают. А? Ходят, его обнимают, целуют в шею, короче. А он им говорит по-русски, не, у меня же жена и девчонки. Хойнер. А потом его друг отводит, говорит, ты что, говорит, не обнимаешь? Ну, сначала они ходили, короче, ходят, и, короче, их обнимают, короче. Жена говорит, что такое, что ты с ними? Да я не знаю, как они обнимаются. Ну, он говорит, некультурно, если толкнули, что-то такое. Что такие здоровые, говорит. А это мужики, да? А потом, короче, он ходил, он обнимался несколько дней, а потом пацаны ему говорят, это хорош, говорит, это же мужики. Он потом перестал обниматься. Да, он-то думал, что они, как сказать, выглядят так, как мужики, просто это. Ну, любят мужиков, просто выглядят, а он думал, не знал, что они выглядят как женщины. Ой, прикол. Он, короче, в конце как давай жену найти больше. Никогда тебе не дам выбирать путевки куда-нибудь. Больше, как Таиланд, никогда не поеду, как? Не, больше, говорит, я тебе не дам выбирать страну. Она хитрая выбрала, где одни мужики, да, в роли женщины ходят. А он, короче, потом вообще, он же их не отличает. А там же, получается, подходит голос там мужской. Вот это, оказывается, ты можешь грудь нарастить, все, вот. А голосовой связки ты не изменишь. А он не разбирается, короче. И в отеле у них убирается, короче, этот полотенце там, меняет. А там девушка же пришла. Вот, но он ничего не трогает. И матом говорит, иди. Он думал, сам... что это мужик ходит. Да, он уже потом всех шарок ага. Он матом ругался. Страшно, вот так, да? Ужас. Они же вот там чем-нибудь рукой передаешь, они так рукой тебе потрогают. Обязательно за руку потрогают. Он сначала ходил. Довольный, да? Кого-нибудь задим, куда-нибудь зайдет, маску одевает, вот так. И все, на кого не смотрит, прямо. Они его фотоют везде. Да, прикольно. Ну, зато видишь, сколько всяких прикольных этих. А у меня с мамой тоже смешно было. Мама, короче, раньше смотрела турецкие сериалы, а потом она, ей нравилось, она прям смотрела, ее не оторвать. А потом она, когда поехала в Турцию, она говорит, блин, какие турки страшные, короче, с длинными носами, глаза вот такие большие, какие-то страшные, и она же потом вообще перестала сериалы смотреть и не смотрит, прикинь.
Поэтому это тоже все интересно. А я вот еще хочу этот в Индию съездить. Я, короче, здесь одних нашла, которые кришнаиды. Ну, они этот туда, оказывается, ездят, но они больше как религиозный тур ездят. Я вот думаю, может, с ними поехать. Там, оказывается, дешевле выйдет. Только свои расходы проплатить, ну, как будешь платить, и все. Некоммерческий тур. В Сеул, может быть, поеду, но туда надо ехать уже точно не одно и не два. Группу набирать. Ну, Мирма. У меня два братишки ездили туда. Ваши? А? Ваши братишки? Да, да. У них, короче, такая путевка была. Они блутают сами, но с ними такая группа. Они как каучсерферы, типа, собираются без гида, без ничего, сами и толпой гуляют. И получается, от севера, вот так, север самолет залетает, и вот так до юга они едут, на юг, до океана. Угу. Где пешком идут, где там, короче, где чай выращивают, туда ездили. Потом вот этот, это там у них монах был, что ли, какая-то там, не церковь. Какое-то там здание. Но им очень было весело, ну, бедная там. Страна. Понравилось им это? Ну, бедные, они от каких-то моментов были в шоке, от каких-то были рады, там где-то странности были. Бедная, говорит, очень бедная. Ну да, ну, бедная. Короче, отель, ну, чуть ли не там 2-3 звезды, 3 звезды, да? Вообще копейки стоит. Копейки стоят? Да, копейки. Хорошо. А потом, если по базару ходите, в основном едят курицу и утку. Подай, дайте мне на грязь. Ну, могут и оскорбиться в некоторых этих нижесущих животных. Так плохо слышно почему-то? А? Говядина идет только в ресторанах, там что ли они едят, короче. Да, они мясо в основном не хавают. Я знаете, что хотела спросить? Я, короче, вот вчера, ой, позавчера ехала с, ну, с этого, ну, я же сюда приехала, в Алмату я же была же в Павлодаре, и там, короче, двое сели в этом, в Ахтугае, ну, я с пересадкой приехала, и этот в Ахтугае, они, оказывается, 83 дня не ездили дома, не были. С Уральска они, ну там, они семейные такие. Ну, мне кажется, они что-то вроде как инженеры. Как вы думаете, сколько у них зарплата в месяц? А я, кажется, знаю, кто это был. Это Рома, наверное, был. И сейчас скажу. Нет, это были два казаха. А? А, казахи? Казахи. Да. Это значит, тогда был, сейчас скажу, Ербол и Сайсиджи Ермек. Наверное, не знаю. Ермек? Одного я не знаю, а второго как? Один Ермек должен быть. Не так много с запада туда ездит. С Уральска, да? Ермек, Ербол. Один крупный такой, мордастый, да? Ну, они, им лет 30, они не взрослые. Может, они не инженеры, а кто-то другой, я не знаю. Там же много. Ну, в ICG где-то инженеры получают 600. Я там получал 1 200 000. За два этих, да? За два вахты. Да. Нормально. Но все равно для такого этого маловато, потому что это, считай, такие эти, ты там живешь, да, считай? Прямо. Одно дело... Работа, получается, 12-часовая. Ничего себе. Это тяжело. Ты считаешь, ты пришел, помылся, пришел, поужинал. То есть пошел поужинал, пришел, помылся. Лег. Утром вроде... сразу встал в 5 и вперед. Ничего себе. 5:30. И опять. И каждый день. Это реально ты как солдат или как этот, да? Да.
Поняла. Что вам это, ссылку на эту книгу закинуть? Будете сами что-нибудь делать или вместе будем делать? Да лучше вместе, а вот да? Песенки я потом посмотрю. А одному неохота ничего делать, да? Ладно, я вам сейчас тогда в YouTube закину кое-какие эти. Сону песенки. Посмотрите, легкие, да? Угу. Все, давайте тогда до завтра. Ладно, давайте тогда. Так. Давайте хорошего вам отдыха. Вам тоже, YouTube.